Вчера ты заебала, что умерли граната, там, что вчера в зубы, поцарапало. Блять, в рубашке родились, кричим, там втроем улезали, пиздец, мы в каску заебал в голову, блядь. Хорошо, каска была, пизда, блядь. Дроны? Да, скидывают гранаты, прикинь, блядь, вот сегодня, нахуй. Я сегодня в другом месте, блядь, просто выебали, блядь, у дороги, блядь. Вчера, позавчера прям, блядь, прикинь, прям в этот, выкопано у нас, блядь, не окопа. Короче, и прям так нам залетело вовнутрь. Они там лежали, как упал, я думаю, кого-то убило. И мне жопу поцарапало чуть-чуть. Все домой хотят, просто все бежать. Мужики чеченцы, украинцы прошли войну, они говорят, бежать нахуй надо. Это не война, это просто... С минометами, танками, янками. Мы ни хохла ни одного не видел. Мы стоим, как бы я тебе хочу сказать, ну, сам первый, но я хохла не видел. Пацаны лево стоят, там 200, каждый выводит. Как я хочу, чтобы ты домой пришел. Больше всего. Приеду, да приеду. Больше приеду. Ничего не хочу. Да приеду. Я молюсь каждую ночь. Я говорю, бля, Бог с нами. Ну, по крайней мере, позавчера, я тебе клянусь, это было мое день рождения второе. Это пиздец. Просто граната взорвалась в 20 сантиметрах от нас.